Голландия не перестает удивлять меня своими огромными велосипедами-парковками. Так как велосипедное движение тесно вписано в жизнь голландцев, то и для их железных коней создана глобальная велоинфраструктура. Созданы открытые, крытые и подземные парковки. Ширина велосипедных дорожек в некоторых городах достигает ширины проезжей части для автомобиля. Да, конечно, Голландию не зря прозвали велосипедной страной. В некоторых городах страны велосипедов больше, чем жителей. Мало того, голландцы делают велодорожки, светящиеся в темноте. Такая дорожка есть в городе Эндховене. Но я там пока еще не был. Вернее, был, но дорожку снять не удалось, потому что был днем. Эта дорожка сделана с содержанием неорганического вещества люминофора, который заряжается от солнечного света, а в темноте выдает сильное свечение. При передвижении по городу среди узких улочек, особенно в час пик, чувствуется, что на машине лучше не соваться в город вообще. Еще сложнее дело обстоит с парковкой автомобиля. Общаясь даже с коренными голландцами, у них иногда проскакивает, что если ехать в центральные районы, где больше людей, то машину лучше оставить где-нибудь и воспользоваться общественным транспортом. И если есть время, то лучше пройтись пешком, и дешевле, и время сэкономишь. Данная парковка находится около центрального вокзала в Гааге. В принципе, люди приезжают сюда, оставляют велосипеды и дальше едут все по своим делам. Кто-то может сесть на метро, уехать в Амстердам или Роттердам. Кто-то может сесть на автобус и уехать в любой район страны. Ну, как бы движение очень сильно развито здесь во всех направлениях. Очень удобно, что с одного места можно уехать на любом виде транспорта. Это в данном случае метро, автобусы, трамваи, скоростные поезда. Поняла.